Воспитанник кировской родины, многолетний игрок и капитан Сергей Шабуров установил рекорд. Он завоевал больше всех титулов чемпиона мира среди всех воспитанников Вятской хоккейной школы. Накануне в Хабаровске сборная России выиграла финальный матч у команды Швеции со счетом 5-4. В этой игре Сергей Шабуров запомнился болельщикам голевой передачей. Решающий мяч, который принес россиянам 25-й титул в истории, забил еще один бывший игрок родины Алмаз Миргазов.